Геннадий Максимович Шумихин живет в одном из домов по улице Гаевского, на который в составе бригады первостроителей возводил и эти трехэтажные жилые дома. Поздравить юбиляра с 90-летием пришли представители администрации Совета ветеранов Ленинского управления социальной защиты населения. Уважаемый Геннадий Максимович, примите искреннее поздравление с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вручаю вам конверт. Благодарю. Передайте привет президенту. Шумихин родился в 1927 году в селе Пореза Кировской области. В год начала войны ему исполнилось 14 лет. В военное время это уже взрослый парень. Он и работал в колхозе как взрослый, заменяя ушедших на фронт мужчин. В 44-м его призвали в армию, служил в авиапехоте. В 52-м был демобилизован. И в этом же году приехал на стройку Московского коксгазового завода. Как и всем первостроителям, приходилось жить в бараках на временном поселке. Но люди не отчаивались, строили и завод, и город Видное. Геннадия Максимовича определили в 93-е строительное управление. Он работал и учился, стал прорабом, имеет множество наград за доблестный труд. Работал на коксогазовом заводе 23 года и построил очень много домов. Даже не говоря дома, даже улицы. Улица Гаевского здесь вот. Улицу Советскую, Котельную районную, это два детских садика, Малыш и Колокольчик. Значит, ну, потом курировал еще больничный комплекс. Замечательный специалист, добросовестный и всегда ответственно подходил к выполнению, к своей работе. Выйдя на пенсию, Геннадий Максимович не мог сидеть дома, что называется, сложа руки. Он занялся общественной работой, влившись в ветеранское движение. Вот здесь проскрылся его, как говорится, уже человеческие качества, организаторские качества. Он сумел сплотить вокруг себя такой коллектив старых пожилых людей, вот, которые помогали ему, и он им помогал. И они вместе участвовали и в патриотическом воспитании молодежи, и в социальной помощи вот, с нуждающимся людям. В этот день юбиляра поздравили и представители родного коксогазового завода. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.